Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Готика 2 часть с дополнением Ночь Ворона. И вот мы тут в склепе, ну кое-что я вспомнил, здесь недалеко, вроде как я забыл забрать свиток этого огненного дождя. И он нам, кстати говоря, очень поможет, поэтому давайте заберем его. Вот, и как раз таки используем здесь. Но нам надо, видимо, будет призвать из всех сундуков товарищей этих, да? Вот здесь он не перепрыгивает сразу. Так, у нас где-то... Мы там Маркориса всех этих завалили, да? Да, она где-то здесь. Она рядом, по-моему... По-моему, где-то рядом с этими... там, где бандиты были, вот что-то в той степи, где-то там. Справа на уступе надо будет забраться наверх. Вот, и там валяться еще потом, там должна быть палатка какая-то стоять. Блин, может не здесь. Может что-то я путаю, но вроде как, вроде как около того, что-то где-то здесь было. Сейчас попробуем туда пробежать. Либо это просто место похоже такое. Вот, я все перепутал. Их его знат. Но в любом случае я про это место вспомнил. И нам надо бы обязательно туда забраться. Обязательно туда забраться. Там типа вот такой вот выступа. Вот. И... Может быть сейчас мы его найдем. Было бы здорово, конечно. Потому что свиток этого дождя, без него там никуда. Я не на запись попробовал попризывать. И там... Да, вот вроде здесь что-то. Вот, вроде вот здесь где-то. Там с палатки будет проход. Вроде как. Вот. Вот, вон там, вон она. Вон она, бутылка ловкости. И вот где-то здесь вот. Где-то здесь будет. Вот, я не на запись попроходил. И оказывается, там в конце призывается еще... как его... Короче, паладин, там какой-то паладин, ну этот, паладин нежить который, да? Вот, и он, получается, отступает, отрезает нам дорогу. В общем, я попробовал посмотреть, что будет, если все три сундука открыть. Вот, и вот такая вот фигня оказалась. Так что там без свитка, без этого точно не вариант. Вот, я хотел его после этого забрать, но... Так, он сейчас не прыгает, вот. Дурацкое место, блин, какое-то тут дергается. Вроде, если я не ошибаюсь, но бутылка вон я вижу уже ловкости. Вроде здесь огненный свиток. Когти какие-то. Лук наемника. Вот свиток и вроде все. Нет, что-то еще. Когти. Ну, когти обычные. Так, да, вот ловкость третья у нас. И хоть бы он был... Хоть бы он был... Да, вроде вот это вон. Да, огненный дождь. Отлично. Отлично, отлично. Так. Сейчас попробуем тогда как-то со снайпер травой... Нам надо будет убежать, хотя, по сути, блин, только... Давай как-нибудь... Хорош. Вот. Главное убежать от заморозки. В принципе, когда три мы вызовем, три сундука откроем, да, можно будет как-то выбежать в центр, наверное, и попробовать кастануть огненный дождь. Я думаю, что он там всех завалит, да и это было бы вообще здорово. Огненный дождь, по-моему, не убивает только элитных орков с первого удара. Вот, остальных вообще вроде всех выкашивают. Вот, и тогда, по крайней мере, мы можем закрыть эту локацию... И больше туда не возвращаться уже. Вот. Потому что, как всегда, я вечно все забуду и не вернусь сюда, да. И она просто так и останется тут до конца игры. Так что лучше сразу. Лучше сразу зачищать все. Вот, чтобы потом не забыть. Как раз мы тут синежить вырезали. Так, у этой тетки, кстати, у нас денег нету, да? У этой тетки надо бы еще. Ой, что такое? Опять, видали, в дерево превращаемся. Это что я ем? Короче, в дерево стали превращаться. Не знаю, чего, ну ладно. А, кстати, вот эта вот шляпа, она, по-моему, нигде не нужна. Эффект неизвестен. Она вроде... замораживает время или что-то типа такого. Или... Блин, я не помню. Или меня ускоряет. Она как-то действует. Ну-ка, давай сейчас сохранимся, попробуем. Надо что-нибудь из этого. Либо снайпер траву, либо эту фигню. И вроде она не используется. Оу! Кстати, возможно, это реально... Скорость у меня увеличилась.
Это очень подойдет мне, кстати говоря, сейчас. Ну-ка, насколько увеличилось? Хрен поймешь. Пойдем. Ну, немножко, но увеличилось. Так, а насколько? Надолго? Блин, зря бегаю. Хватит для того, чтобы открыть все три сундука, я думаю, да, и убежать. Думаю, что хватит. Для крафта она вроде никуда не нужна, поэтому как раз сама то. Самое главное демона еще найти, чтобы у него сердце забрать. А вот для вызова демона нужно. Вот это вот. Я что-то не помню где. Наверное, потом во второй главе где-то там. У башни Ксардоса, наверное, что-нибудь будет. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, ну что? Ну что? Давай. Так. На семерку. Окей. Погнали, попробуем. Ой-ой-ой. Тупо. О, да-да-да. Крепота, крепотулечка. Так. Давай с этого начнем. Так. Получается у нас где она у нас? Там ее с хряпа. Какая жуть вообще, просто пипец. Так, это уголь. Не уголь, я не буду жрать. А где эта руда-то чертова? А, во. Так, ну погнали. Вау! Надеюсь, они зарезаются. А прикиньте, со скоростью с этой не резаются они. Это печаль, беда, вот. Да куда ж ты, осел? Ну, вроде нормально. Тихо. Ну все, мне хана получается. Я ничего не смогу сделать. Мне на центр-то не убежать никак, вот. Ну давай, я пока не сохранился. Да ну вас в жопу, блин. Какого черта он, блин, я там с сундуком зафакапал. Я с сундуком там зафакапил, блин. Второй раз открыл, он, видимо, из этого меня, и заагрился на меня. Так, я уже выпил, да? Тут что-то здесь никто не заорал. Зараза сюда летит. Блин, ну почти. И опыт в никуда. Почти, блин, вот это вот козлина, блин, он как-то на меня агрится и пипец. Можно попробовать его в лед заковать. Просто я боюсь, что мы не успеем вот справа отсюда. Это не факт, что этот правый появляется.
Хорош, вроде успеваем. Его идите в жопу. Хорош, хорош. Вон эти паладины все. Все, всех завалило. Ой, блин, хорошо. Так, все нормально, да? Сохраняемся. Обалденно. Обалденно. Где тут банок у него? Блин, тут, видимо, раз на раз как приходится, да? Из этого не выйдет ничего хорошего. Ну, неплохо, неплохо, неплохо. Так, мы тут сколько у нас? Одну на максимальное здоровье, наверное, можно сразу хряпнуть ее, да? Потому что хелл мы будем постольку-поскольку поднимать. Поэтому давай сразу. Так. Блин, круто как, сразу левел взяли, офигеть. Итого у нас 19-й. И 4000 до следующего, вот даже левела еще. Пипец, тут мы, конечно, подняли, офигеть. Это офигенно. Блин, жалко, с этих ничего нельзя забрать. Там ничего нет. Там ничего нет. А кто-нибудь заглядывал, интересно, после того, как мы всех убили, в сундуки? Была там... О, каменная табличка. Мне показалось. О, каменная табличка была. Ну, давай попробуем заглянуть. Блин, сейчас хоба что-нибудь появилось. Стоило попробовать. Ну ладно, с остальными, значит, такая штука тоже не прокатит. Да, вот это мы опыт это подняли, конечно. Огненный дождь, это, конечно, пипец. Это, конечно, пипец. Нечего взять. И все что-то, все что-то кряхтит, гудит, блин. Все, вот слышите опять этот звук? Все кто-то что-то кряхтит, вроде всех поубивал уже, блин. С этого паладина много чего вывалилось. Офигенно, офигенно. Зачистили склепик. Опыта получили просто невероятно. Сейчас прикиньте, тут кто-нибудь стоит. Сейчас тут навылезает, может, блин. Ну а никого тут нет? Вроде никого. Окей. Так, ну что, все, мы тут прям зачистили. А, получается, черная шкура нам не сдать. Потому что выкупать я не собираюсь. Так, Кавлорн, то все туда, рабы это, в этот. Все, нам, получается, надо возвращаться. Вот, в этот. Подожди, а что у нас? 24, замечательно. Нам надо возвращаться к магам воды. Вот, но... сейчас можно еще попробовать. Охота мне... Сколько у нас сна? Свитков. Один. 1300. Давайте к Сагите зайдем. По-моему, у нее продавалось ловкости зелья или силы. Нам в любом случае и то надо. Сейчас мы быстренько тут посмотрим еще, кого можно, с кем можно повоевать. Потому что это 400 опыта, как-никак. Вот, какого-нибудь Сайфера, что-нибудь такое, или вон Вольфа. Кого-нибудь из этих. Вот кто с оружием, грубо говоря, или вот простого наемника хотя бы. Блин, смотрите, вот его опять, Рауля, можно вообще просто вызывать. Фига, хрен вызовешь, ну-ка так. Держись подальше от меня с этой магией. Сразу. Убери эту магию, ты что, оглох? Ты сам напросился. Я даже не знал об этом. Ох, бог мой. Он бежал так, как пытался сожрать. Бог мой, как хорош. Жестоко. Дай-ка мне. Там ничего нет. Из этого не так, выйдет. Так, ну мы его валили. Хорошего. Мы его валили уже, да? Давай-ка сейчас попробуем. Вот тут это есть. Потому что из-за них дают 400 опыта. Нам, по сути, 10 человек избить, и у нас будет левел. И это просто офигеть. Мы ману накачаем. Просто жесть. По-моему, вот это. У всех, у кого есть луки, мне кажется... Ну-ка, чё встал-то? О. Вернее, чё сидишь, вернее? Убери эту магию! Вот, и получается, что... Последнее предупреждение! Давай. Убери эту магию! И мы все в ману кинем. Я предупреждал тебя.
Так, он меня предупреждал, но я хотел бы выпендриваться и поиграть с блоками, но это не мое, лучше просто отскакивать и бить. Тем более сейчас мы вроде как на коне, да, мы наносим там очень неплохой урон, если только силу мы еще прокачаем немножечко. Я думаю, все-таки силу сейчас, наверное, не стоит поднимать именно очками этими навыков, да, то есть можно, наверное, все жрать на силу, но все равно пока немножко потерплю. После Яркендара мы уже, наверное, тут будем и Хирини зачищать, и все остальное. Вот, давай вставай. А ну, гребаный шашлык. Убери эту магию. Последний раз предупреждаю. Последнее предупреждение. Убери эту магию. Интересно, оружие не агрится. Я предупреждал тебя. Так что встал-то, осел? Блин, вот гнида, а. Какой козел, так прям не могу. Встал что-то, блин, не побежал. Начал магию прятать. Че ты на ходу магию не можешь прятать? Че за, блин, дебил. Блин, как обидно, а. Неохота его завалить, прям не могу. Потом будет вот руна сна. Представляете, какая тема будет. Ладно, давайте вот этого последнего попробуем. Паршивая завалить. Погода. Да-да-да. Потом с руной сна мы можем вообще всех убери валить. Эту магию. Давай-ка подальше отойдем. Последнее предупреждение. Сначала убери надо бежать, эту магию. Наверное. Я предупреждал тебя. Нет, ну и нахрен, тут вообще какие-то звери. Просто какие-то зверюги. Ну давайте сейчас мы его тогда в сон закинем. Хотя, наверное, сон стоит все-таки потерпеть, потому что я не помню, какого он круга. Если он второго, тогда мы можем в монастырь вернуться и изучить его. Я, к сожалению, не помню, какого круга он. И паршивая погода. Проблема в этом. Может быть, он реально второго круга, и тогда у нас вообще все на мази. Так, нас... Так, блин, это тренировочный меч меня просто будет это самое заманивать постоянно. Так, ну что, давайте тогда ускоряться. Я, пес его знает, тут довольно-таки долго бежать до города, до Харидиса. Нам в любом случае сейчас на Акватросу получается бежать. Вот. Хотя, наверное, просто в Харидис, да? Там поучимся. Или в монастырь надо даже больше, чем в Харидис. Наверное, давайте до монастыря. Вот, тогда ускоряемся, вот. И там уже окажемся, и там продолжим. Так, в общем, что это я забыл, я забыл сказать, что я здесь уже. Так, давайте продадим все ей. Возможно, нам хватит на рецепты, мы все тут собрали. Так, шпага бандита у нас одна осталась, но нам уже она не нужна. Так, да блин. Да ёкарный бабай. Так, это все продаем. А у нас 1200, давай 1500 попробуем наскребсти. Так, воду нельзя продавать, это у нас... Кольцо могущества. Так, что у нас тут еще есть, можно толкнуть. Кстати, мы вот это прочитали, дух вина, да? Ну, ладно, пока оставим. Так, когти. Кости нам еще пригодятся. Не знаю, зачем в таком количестве, конечно, но... Так, по два, да, легкий мешочек. Мы его сами откроем. Так, двойное яблоко, окей. Нам 300, нам немножечко совсем не хватает. Год тогда вот это все продадим.
Блин, так твой карт неплохо прибавляет. Прибавка мания 10. Грок здоровью. Блин, грок, это все пригодится нам. Это все нам пригодится. Вот это 1200, блин. Чистейшие маны, ну ладно, хрен с ним. Я думал, просто у него есть это. Вылечи меня. В настоящем. Я думал, у него есть этот, блин. Как его? Скажи мне, я скажу. Ну, это перманентное зелье, в общем. Но что-то... Что-то его не оказалось. Окей. Так. Блин, что залез сюда? Мешочек открыть, точно. Блин, по 10 всего. Ёкарный бабай. Стыд, да и только. Стыд, да и только. Так, ну что, все, тогда поперли опять в город. Я не знаю, правда, как поближе-то тут пройти. Но нам в город ли нам надо-то? Нам, вернее, не в город, в этот, в монастырь, да, монастырь. Нам заклинания надо изучать. Ладно, поперли тогда. Так, 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 так. А, блин, чё так, так, так? Это я ему и продал ее. Я думал, какая-то просто новая. Смотрю тут, прикольно, прикольно. Все то же самое, что я ему продал. Блин. Пусти нас. Да иди ты в жопу, блин. Большая штука. Пусти нас. Так, а прикинь, этот маг такой стоит перед тобой. Пусти. Да так иди в жопу, ты задрал уже. Каждый раз то же самое говорить. Так, у нас как раз ночь прям идеально, мы успели. Сейчас мы тогда еще и поспим. Надо будет сейчас зайти в библиотеку, посмотреть сон на каком уровне. Но, в любом случае, второго уровня надо изучить ледяное копье у магов. Вот, либо огненный, этот, как его? Огненный шар. Вот, потому что без него уже прям вообще тут тухляк. И все, сейчас вкидываемся в ману по максимуму. Так. Пока тут еще, пока, господи, это трио там до сих пор еще стоит. Так, третий круг магии, ничего себе, я могу? Научи меня третьему кругу магии. Для изучения третьего круга... Не пришло время, это, скорее всего, по этим, по... как его? По главам, наверное, по главам. Так, ты чего лучше? Хочу... О, пожалуйста, сон, красота. Опять то же самое. Кстати... Лечение легких ранений очень классная тема. Сон обязательно учим. Так, пока не тратим. Сон нам пригодится. Сон нам пригодится. Так, получается, нам свиток сна у нас как раз есть. И надо посмотреть, что там на него надо сделать. Вот, и мы сейчас забабахаем руну. Вот это будет обалденно. Это будет обалденно. Так, первое у нас где? Вот здесь? Писали бы сразу. Подожди, это не первая, это вторая. О, как раз. Так, огненный шар, ледяная стрела. Ледяная стрела. А, ну ледяная стрела фигня. Я перепутал с этим. Болотная трава и все, что ли? Офигенно, ну так, ерунда. Сейчас за бабаха. Сейчас за бабаха. Сейчас я спалю тут. Руна создана. Будьте любезны. Вот это, сколько она там мана стоит? Ну все, хана всем. Со сном-то мы теперь... Хо-хо! Расход 30, длительность 30 секунд. 30 это да, конечно, но у нас мана 39, ну как раз хватает. Так, 19 очков обучения. Нам надо обязательно огненный шар изучить, но я не помню у кого. Эй! Нам урон нужен прям вообще пипец. Я хочу... Вызов скелета гоблина, вот еще что надо. Обязательно, давай, берем... Так, волка нам не надо. Это тоже обязательно надо сделать. Так, может, ты учишь? Ты огненную стрелу меня учил. Эй, ты! Теперь появился огненный шар у тебя. Я хочу изучить новые заклинания. Так, огненный шар, отлично, 5 очков. На, в любом случае его нужен, он нужен в любом случае. Так, пока упарываемся в ману, чтобы хотя бы можно было стреляться, да, чем-то. Ну, как-то магией хоть пользоваться нормально. Так, смола есть.
А где призыв? А, он первый, наверное, да, уровень? Он, наверное, первого уровня. Да что ты, черт тебя побрал? У тебя будет не только четвертый. Так, свет, золотая монета. Огненная, да, молния, кость гоблина. А, ну, в принципе, кость гоблина-то есть у меня. Еще, кстати, заклинание неплохо восстановление жизни, потому что он вообще пипец, 200 восстанавливает. Я что-то подумал, что оно не нужно, но на самом деле оно достаточно охренительно. Так, давай. Достаточно ингредиентов? Серьезно? А, заклинания нету у этого. Свитка нет. Блин, про свитки забываю. Огненный шар у нас есть. Да хрен лысого, надо покупать. Эй! Эй, что-нибудь у тебя есть? Покажи. Так, призыв. Вот он один есть. Хорошо, берем. Страх, кстати говоря, полезна тоже тема. Там драконов можно фигарить с помощью его. Давай, наверное, прикуплю даже. Так, гоблин, все, мы гоблина теперь можем делать. Да господи, хватит его выделять. Давай. Ебой. Эти помощнички нам очень сильно помогут. Давай вот так вот факел еще сохраним. Так, второго круга. А, ну огненного там у нас не огненного. Ну попробуем, вдруг что-то нет. Нет, нет, нет. Ладно, давай пойдем искать тогда. Пока они все спать не завалились. Может ты? Нет, этот не продает. У нас вот этот Барзух или как он там? Он единственный, по-моему, торгаш. Остался, в смысле. Ну-ка. Горакс. Ну давай. Есть. Хорошо. Есть. Так, сон есть у нас. Блин, так-то легких ранений. Я думаю, все-таки мы прикупим, потому что маны... надо все в ману теперь упарываться. Можно хелы не особо-то и качать. И вот это, наверное, да? Стоит взять теперь. Если мы будем пользоваться. По крайней мере, мы можем кастануть что-то мощное, а потом поменять. Как нам это, правда, поможет? Ладно, давайте без маны тогда. Потом уже. То, что нам пригодится, будем пользоваться. Потому что менять вот, можно было бы, если на кнопке оружие менять, тогда бы вообще хорошо было. То есть поколдовал плюс 20 маны, да? Вот, переключился и все, гг. Но, блин. Пока мы там переключаемся, пока меню открываем, все, нас съедят нахрен. Так, огненный шар. Готово. По-моему, он 15 маны стоит. Так, огненный шар. Ага, так, все тут вырубаем. На четверку это тоже нам не нужно. На четверку так. Сон на пятерку. Вызов на шестерку. Так, он 15. 15, да? Это 20, окей. По 1000 стоят, с ума сойти. Не, ну продавайте, конечно, расточительство. Окей. Так, на четверку. О, мы теперь ядрём батон. Сколько мы теперь можем садануть? Дофигища. Он думает, это так просто. Так, можно сейчас поспать. Получается. И сколько у нас очков? 11. Ману прокачать. Сколько у нас маны? 39. 34. А, 39. Дай посмотрим. Я тоже так ману считаю. В любом случае придется скачать. Так, повысить магические способности. Я хочу повысить. Мана плюс 5, давай. А, и все сразу 10. Спрашивай, окей. Об этом. А мана у нас сам ничего вроде не увеличивает, ведь, да? Или что-то увеличивает? Вот мана. Интересно, посмотрим, сейчас считается это или нет. Так, защита от магии. Силе плюс 5. Наверное, сделали специально, чтобы я не учитывалось. Да, она не учитывается, окей. А что нет? Тебе должно быть жаль этого. Так, дня. Ну да, но с 30 все верно, значит, не учитывалось. Так, нам надо 10, значит, очков. Надо еще одно очко потратить, чтобы, блин, вот этого не было. По 4, блин, пипец. Давай свет тогда купим. Новое заклинание. Я хочу из. И свет. Тебе должно быть жаль этого беднягу. Хотя. Да, наверное. Или хотя. Ладно, давай свет изучим, фиг с ним. Окей. Пойди туда, сделай. Так, пойдем поспим. И получается все, на чесать тогда в Яркендар. У нас маны хватит на, ровно на 2 этого. Давай, подожди, может даже не на 2. Где у нас?
маман, 10 маны. 44. Блин, одной маны не хватает, ну серьезно. Одной маны не хватает. А что у нас там было? Посох на ману, да? Чтобы три шара кидать. А, давай тут поспим, фиг с ним. Ману пока... Вообще бы надо еще молиться бы, конечно. Так, давай до рассвета. Вообще надо молиться, но когда у нас маны уже будет много. Иначе это просто пипец расточительства. Потому что мы сейчас намолимся, накидаем, и остаток нам надо будет накидывать маны вот как раз таки за очки. Они там просто количество бешеное стоят. Поэтому нам надо обязательно первоначально вот прокачивать именно вот с помощью очков. Вот, и, наверное, хотя бы до 100, не знаю, там до 60. Ну, в общем, когда у нас там этот штраф перестанет действовать, да, максимум там 1 к 6 или сколько там. Вот только тогда, наверное, надо будет фигачить. Но хрен его знает. Это что-то, по-моему, до 60 вроде, да, там, вот, сколько-то менять. Может, даже до 60, потому что мы так до конца игры будем бегать, блин, с этой маной. Так, ладно. Можно теперь алхимию еще, кстати говоря, немножко подучить. Тоже бы неплохо, наверное, не помешало бы. Но в любом случае, мы к магам можем как попасть? Я не помню. А никак мы к магам не можем попасть, да? Нам только бежать туда. Это, блин, плохо, вот что к магам просто так нельзя попасть. Это плохо. У нас эти все три орнамента-то есть. Я что-то... Так, что-то этот самое. Ну-ка. Так, телепортационные камни. Так, понятно. А, подожди. Как раз к этим-то и ведет к ним ведь вроде. Телепорт у портала таинственных зодчих ведет к пещере. Так, на данном ключе дверь за ней находится, которая перенесет меня обратно к городу. А, обратно к городу, да? Орлан запер телепорт в пещере. Ну-ка, ага. Я не помню, куда она ведет, но она же не обратно к городу. Или она к орку? Она как раз вроде к орку, да? Или это у этих, у магов к орку? Блин, что-то я не помню, куда она переносит. Так. Нам получается, куда она бежать-то? Где тут ближе-то? Через... Нет, через верх явно не ближе. Получается, нам налево и почесали тогда туда. Ладно, давайте тогда ускоряемся. Опять, блин, серия побегушек. Но вроде как к магам никак не попасть туда. Поэтому погнали. Да ты козлина, а? Блин, какая? Прям не могу. Как тут выбраться-то? Чего бы тебя побрал, придурок? Забирайся давай. Ну когда пробел нажимаешь, он ныряет. Сволочь такая. И пипец. Блин, я хотел на этот бережок выбраться. Потому что мы вроде как тут не были. Может быть, там трава какая-то растет, но, черт возьми, прямо из-за воды хрен выберешься туда. Может быть, дальше тут более пологое место какое-то есть. Блин, вот это глупо, конечно, вообще. Вон, есть тут вроде. Вроде можно тут забраться. Получается, такое секретное место, которое хрен попадешь сюда, блин. Вот же, ну... Боже мой! Сюда не так... А, кстати, у нас там бракорис еще есть. О-о-о! Как раз по пути. Как раз по пути бракорис. Только этот путь, черт возьми. Слушай, сюда не забраться, реально? Или я что-то не так делаю? Вот, нырнули. Блин, ты зараза, а? Не, ни хрена. Ни хрена. Вот здесь можно только выбраться и все. Так. Блин, а как туда-то попадать? Да кто? Вот люркер. Блин, как же туда-то попасть? Наверное, с той стороны надо. Вот реально по воде вообще никак. Давай, иди сюда.
Да, тут прям уже все хорошо. Так. Так. Черт возьми, это просто какой-то... Замануха какая-то. Вот тут есть какой-то, да? Может быть, как-то сверху там. А где мы находимся? Ну да, получается, по дороге сверху, а потом тупо налево и сюда сваливаться. Только так можно попасть. Блин, вот это дичь. Так. Сейчас попробуем его завалить. Вызовем голема. Он его должен... Не голема этого. Нашего психа этого. Так, несколько, кстати, можно даже. Они, может, его запинают даже. Так, ну и в блок его можно так-то. Давай на шестерочку. 20. Сколько мы их вызовем? Двое? Двоих. Дофига мы их вызовем. Дофигище. Ну давай попробуем потихонечку-то так убивать. Может, отстанет? Или нет? Да ты зараза, чё в тайминг-то не попал? Кстати говоря, очень неплохо. Мы можем сейчас попробовать двух гоблинов вызвать, но мне кажется, он их с удара разнесет. Или попробовать огненной стрелой сейчас в него пострелять. Нет, там что-то мы пробовали, да? Вообще в него там нифига не заходит. Фу, пипец, нормас. Я ж думал, все нахрен. Мы там уперлись стеной в это в говно, блин. Давай синий бузиной дожирать. Хорошо, хорошо. Фу, нормас. Все, мы отомщены. Мы отомщены. Что у нас здесь? Что-нибудь крутое? Каменная табличка. У, слушай, там еще один. Нифига их тут. Целое семейство у них, походу. У меня, конечно, есть блок. Ледяной. Кстати говоря, наверное, на него сейчас надо бы использовать его. О, нет, страх я не хочу использовать, точно. Давай, попробуем. Орк он. Хорош. Так, бедолага орк. Почему-то с орков ничего не обыскивается. У них вообще типа инвентаря нет. Жаль. Ух там. Там что такое? Что это такое? Руда что ли? А зелье. Возможно, хорошее. Ну что, не послышалось ли, кто там опять крестит? О, это, по-моему, зелье скорости взяли. По-моему, зелье скорости. Так, все, отлично. Отлично, отлично. Отлично. Так, погнали, все, к магам теперь. Но я думаю, мы сейчас еще проверим еще одну мою теорию, да, как туда попасть. Я вот не знаю, есть ли вот здесь что-то. О, кстати, а мы вот так... А нет, не можем. Может быть, там что-то еще есть? Это, знаете, такое дело. Думал, что ничего нет, а на самом деле что-то есть. Думал, что ничего нет, а на самом деле ничего нет. Там не это самое. Не секретное никакое, не отвлекаться. Блин, жалко, что вот нельзя выйти никак. Вот на это можно выйти.
Там нифига никак вообще, ни в какую. Вот я не знаю, есть ли там это так задумано или это баг какой-то. Что-нибудь есть интересно? Один тут сейчас какая-нибудь подземная хрень. Хрен лысого. Просто красиво озеро. Ладно, поперли дальше. Нам тут через мост надо пройти. Я думаю, что как раз таки вот сзади нас, которая, да, спуск этот, там и надо подниматься. То есть по воде сюда не забраться. То есть вот здесь вот. Вот здесь надо спускаться. И возможно что-то нас там ждет. Я не знаю. Но надо будет посмотреть обязательно. Так, тут сейчас, возможно, будут какие-то гады. А возможно, и не будут. Так, давай-ка еще глянем вот здесь. Мы тут... Ой, мы тут все вроде как забрали, но лучше лишний раз проверить еще. О, что-то есть. Что такое? Блин, тут у меня глюки, да? Ну тут все рябое, я показалась надпись какая-то. Окей. Окей. Вроде как все. И кстати говоря, кто-то вот здесь хрюкал. Ага, вот. Не, ну на тебя точно тратить не буду. Давай. Вот они, наверное, их рукали. Из этого не выйдет ничего хорошего. Ничего не выйдет хорошего. Блин, настолько этой травы уже прям не нарадуюсь. Это все в дело пойдет. Все в дело. Хотя, по сути, наверное, магу надо только банки с маной, да? Тем более, что мы таким образом сможем прям в бою лечиться. Это банками трудно. То есть надо инвентарь открыть, банку там найти, да? А, слушай, тут не пройти никак. То есть тут как-то через верх надо только. А тут вон кнопочку на четверку, там на какую-нибудь сделаю, да, на обычную. Браун, все, полечился, блин, красота. Так, окей. Окей, окей. Нам было бы неплохо, конечно, влево пройти бы как-то. Ой-ой-ой, напугало меня. Ну, это у нас уже вообще не соперники. Я, по-моему, здесь бегал ночью. Вот, кстати говоря, наверное. Путь туда, да? Наверное, это он и есть. Давай-ка посмотрим. Потом уже к магам пойдем. Потому что готика — это такая вещь. Тут надо ползать везде. Вон они, вон они, вон они. Вот она, это место. Вот эти ребята. Так, как бы тут нам... Ладно, не свалиться никуда. Ох ты. Ох ты, ох ты, ох ты. Когда-нибудь сработает? А, нифига, да? Ну, давай, да, вот так. Блин, ну чё, они тоже социальные, что ли? Ёкарный бабай. Ты зараза, а ты посмотри. Ну ладно, фиг с ним. Там только мясо в любом случае. Так что не проблема. Так, ну, мне кажется, что-то там должно быть. Раз туда не попасть, это было бы здорово, конечно. Но, скорее всего, там ничего нету. А вот, и я просто болван. Как всегда, сейчас время зря потрачу. Но, тем не менее. Разману восстановим. Вот всю синюю бузину и съели. Вот тебе, казалось бы, и это, да? Много бузины. Слушай, а мы обратно тут не поднимемся никак. Это путь в один конец получается. Ну ладно, сохранимся, если ничего не будет, то... Может, тут, кстати.
Можно, кстати, вот тут. Тут такая дорожка какая-то есть специальная, да? Типа как, иди по мне. Так, хорошо пока, хорошо. Ну все, отлично, вроде как пришли, да? Да. Так, ну отсюда мы, наверное, упадем. Вот тут проходик есть. Вот тут. О. Блин, тут... А, ну да, все нормально. Так. Так, 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 так. Если что, загрузимся, чтобы время не тратить. Блин, вот здесь сохраняться вообще неохота. Хорош. О, учебное растение, что-то есть. Снайпер трава. Если сейчас какой-нибудь царский чайль сейчас попадется нам тут. Вот это точно не зря сходили. Блин, ничего не видать. Так, ну вот вижу, да. Наверное, все придется сохраняться, потому что здесь черный гриб есть. Вот, и возможно дальше тоже что-то полезно будет. Так что сохранимся. О, ни хрена себе. Ну, зелень наман, конечно, вино. Кожаный кошелек. Но в любом случае, что-то тут есть, это хорошо. По крайней мере, игра вознаграждает за любопытство, так скажем. Ладно, сейчас туда. О, каменная табличка, ну все, теперь точно сохраняемся. Может быть, сейчас еще какая-нибудь пещерка там? Было бы вообще здорово. Было бы просто офигенно. Так. Бузина тоже пойдет. Самое-то главное сейчас, это у нас есть немножко огненных заклинаний, да, на урон, две штучки. И есть сон против людей. Вот это прям вообще обалденно. То есть сном мы двоих людей можем сон отправить и просто запинать за это время. Так что это вообще очень сильно поможет. Нифига тут прям кладезь, слушай, полезный. Полезности. Луговой горец. Интересно, луговой горец или луговой горец? Как правильно? Наверное, все-таки горец. Так, тут вообще какие-то растения интересные. И деревья. Но мы под самым монастырем, грубо говоря. Три синие бузины, давай. Окей. Так, у нас есть банка, интересно, на скорость. По-моему, я подбирал там что-то. Нет, не подбирал. Наверное, она была какая-то на эту. Снайпер траву тоже неохота использовать. Потому что она как раз нужна для создания таких банок. Так, ну, по крайней мере, мы теперь тут все излазали и нашли, по-моему. О! По-моему, даже две каменные таблички, либо одну. Ну, каменную табличку одну нашли, в любом случае, это очень отлично. И много грибов. Что тоже прям превосходно. Раз быстренько пробежимся, все, вроде все. Красота, тра-та-та, я бы даже сказал. Да ты осел, плавание тут просто огонь. Почему не сделать такое же передвижение, блин, как по земле? Что за бред? Ужас просто. Просто ужас. Так, все, мы теперь вообще тут все просто пропылесосили. Это прям вообще обалденно. Все пропылесосили. Блин, что птички эти поют? Какая красота, ёкарный бабай. Классно вот играть не торопясь. Вот прям вообще супер. Такая-то атмосфера такая. Нас там, кстати, еще этот бегает. Как его? Падальщик. Недовольный падальщик еще там бегает. Окей, я сейчас моего закокаю. И, кстати говоря, наверное, после второй главы у нас сейчас там нарезались и у пирамиды сейчас много всяческого. Круто было бы туда, к ним бы еще портал. Вообще бы здорово было бы. Вот когда солнце светит, вообще каждая растенница видно. Прям чудесно. А то куда лесенка идет? Слушай, он...
куда-то вроде как ведет, но, наверное, нет все-таки, потому что там конец, край карты уже. Хотя там что-то есть, да? Какие-то две... Это две хранительные. Это идет. Ну-ка. Нет, это туда идет. А вот это что такое? Может, тут как-то можно забраться? Тихо-тихо-тихо. Нет, все-таки, наверное, нет. Нет. Ладно, не будем мучиться. Мало ли, но стоило попробовать, стоило попробовать. Классно, мы там у Декстера много нежити убили. Вот, и тут все почистили. И вообще, всех мраколисов, всех вот этих вот, этих ваших, завалили. Вот, и вроде даже всех тут. Получается у нас... Все, у нас теперь сейчас портал откроется, и мы тогда сиганем в Яркендар, и я там не знаю вообще ничего. Я до этого момента еще более-менее как-то что-то помнил, да, вот этих Грега всех, что клад надо искать, что... Ну, я только помню, почему-то кресты красные были у меня. Может быть, какая-то версия другая была, фиг его знает. Ну, а от Ночи Ворона я помню вот все, остальное вообще ни черта не помню. Я даже не помню, как этот... Самый, ну, в смысле, не помню, я, может, не знаю. Вот потому и не помню. Этот ворон выглядит, и как там вообще, что там с ним делать вообще? Просто атас. Так что для меня сейчас будет вообще просто новая игра. Вот, и хрен его знает там, что надо будет делать. Так, ну давай совсем опять поговорим, у нас вторая глава наступила. Есть что-нибудь новое? Да, я нашел подтверждение, что этот... Так, это я знаю. Подожди, а у нас есть изучить? О, у нас как раз 5 очков. Мы сейчас изучим язык. Так, подожди, ты не можешь меня... Даже если можешь, но не будешь. Сейчас на эти 5 очков обучения мы изучим язык. Вот, в любом случае нам это пригодится. Нам надо будет читать таблички. Можно будет даже сейчас прочитать на эту... На жизненную силу, потому что мы ее можем уже увеличивать. Вот, потому что сами по себе ничего не будем увеличивать. За очки, в смысле. Так, кто там у вас главный-то, я забыл. Ты и так. Так, у тебя есть... У тебя есть ерунда, у тебя есть смерч какой-то. Легких ран, так, давай мы тебя толкнем вот это. За 2, блин, ну серьезно? Че, издеваешься? 2. Блин, я даже продавать не хочу. Неужели орковский топор так мало стоит? Так, Мердарион, ты-то что-нибудь торгуешь? Подожди, кто из вас там учит-то? Я же забыл. Ты, когда мы... А, когда мы там будем, да? Да-да-да, он там тогда только учит. Окей. Кто из вас... Эй! Кто из вас учит эти сраные заклинания-то? Язык-то? Кто из вас, блин? Кто там... А, вот этот, во. Хватит. Эй, ты! Миксер. Ну, как правило, тексты — это основа. Да я понял. Пойди и опробуй свои новые знания. Ты увидишь, что священные книги зодчих больше не являются для тебя тайной. Научи меня этому языку. Ты уже знаком с языком крестьян. Язык воинов немного более сложен. Тексты, написанные на языке воинов, в основном касаются войн и оружия. Ты узнаешь кое-что полезное. 10 очков. Ты что, дурак, что ли? Так. Так. Кстати говоря, наверное, не такая плохая вещь. Вот это вот, да? Потому что расход маны здесь 5. Здесь 15. В принципе, урон тот же. Кстати, урон тот же самый. Ну, его в задницу. Тогда. Так, ну чё, давай, запускай свою шайтан-машину. Эй, ты! Насчёт пропавших фрагментов. Да? Я нашёл их. Отлично. Теперь у нас есть все части. Осталось их собрать. Мы используем наши объединённые силы, чтобы сделать из фрагментов кольцо. Вот, возьми в награду это золото. Следуй за мной. Куда, далеко? Следуй за мной. И давай 3 километра пешкодран. Я тоже пойду пешком, как крутой чувак.
Это я быстрее тебя иду. Такой дурик с луком идет. Маг, блин. Братан, ты, надеюсь, не так, не сильно далеко пошел? Это жуть, блин, пипец. Ну, кстати, очень похоже на майя, да, на ацтеков. Вот на эти вот, на индийские, индейские племена. Южноамериканские. Блин, так бы сейчас этот самый какой-нибудь палкой бы по хребту ему и дал, чтобы притопил-то, блин. Так можно вечность идти, блин. Сейчас пока идем, наступит третья голова, блин. Ёкарный бабай. Ну все, тут вообще жесть. Эти же там все собрались. Сейчас, наверное, что-нибудь ковать тут будем, блин. А тут что делать? Тут ничего нет вроде. А, вон там какой-то алтарь. А-а-а, побежали. А теперь отойди назад. Да, ну ладно, давай. И как они телепортировались-то, блин? Вперед меня. Ух, прям. Ну давай, подойдем. Что, нас убьет, что ли? А, мы помехи... А, нет, нет. Мы какие-то помехи тут создаем. А реально создаем? Нет, не создаем. Вы призвали меня. Что вы хотите? Тите! Сейчас Сатуруса под шумок кинуть фарболом. Вам сказать, что, мол, ничего не знаю. Ну, старик точно знает, что это я-то сделал. Пока все видео ослеплены вот этим огоньком. Можно под шумок у него зарядить его лысую башку. Потом все равно ничего не докажет. Блин, как же долго-то, братаны. Че вы тут создаете-то? Давайте побыстрее. Можно поговорить с ним? Орнамент снова собран. Ты принес нам недостающие фрагменты, поэтому мы удостаиваем тебя чести вставить ключ в портал. Иди к Сатурусу и забери у него кольцо. Надеюсь, портал откроется. А сейчас прикиньте, портал не откроется, и все. Конец игры, и роли такие пошли, типа, и все, мир обречен. Офигенно было бы, да, если с каким-то шансом бы это происходило. Дай мне кольцо, я открою портал. Хорошо. Как один из наших новых детей, ты должен быть удостоен этой чести. Вот, возьми кольцо. Мы встретимся у портала и подождем тебя. Если Нефариус прав, портал откроется, как только в него вставят кольцо. Ну, погнали. Что могу сказать? Я только за. По-моему, вот второго круга еще у заклинания есть копье, если я не ошибаюсь. Но оно только у магов, и оно прям вообще обалденно. Но оно вроде стоит что-то 25 мана или 20. Вот его бы тоже изучить было бы неплохо. Потому что сопротивление огню, я побаиваюсь, что есть у кого-нибудь. Каких-то там огненных ящеров. А вот что есть сопротивление льду, вот это я вообще не слышал. Поэтому вот и думаю, что надо бы вот его перекупить. Ледяная стрела, она уж больно слабая. Так. Вон дырка, наверное, сюда надо. Она как-то выделяется, да. Можно было и молотками раздербанить его, и разницы никакой бы не было. Так, что, поговори со мной? И кто там? Кто из вас хочет со мной поговорить? Блин, никто. Подожди минутку. Что теперь? Чего ты ждешь? Отойди с дороги. Ты дурак? Отойди, главное, с дороги. А, матраса надо ждать, точно. Чего там читаете-то? Газету сегодняшнюю? Короче, хрен узнал. Ладно,
Мижган, я въезжаю в стройку. И я попер. Я хрен знает, что они там, отойди в сторону, блин. Здесь мы не попрем. Ой, какой-то богомол, только сейчас заметил, пипец. Если такие же, это вообще будет дичь. О, я вижу этой рожи, вон сидят. Вот 100% встанут и начнут меня бить. Начнут меня бить. Вот сейчас с боем надо будет пробиваться, 100%. Ну-ка, нас тут нет. Где-то бы там в заднице мира. Ладно, ребяшки, давайте тогда оставим это на следующую серию. И будем выбираться уже в следующей серии. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребяшки. И увидимся третий раз в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всем самого хорошего. И всем пока.